народ, всем огромный привет. Так, буду менять выхлопную. Но так как буду менять выхлопную, заодно и поменяю масло. Это то, которое шеф подогнал. Но так как у меня дома нет ямы, у меня в гараже, получается, под гаражом погреб, то у нас есть такая штучка, эстакада на трассе. Вот трасса проходит. И вот эстакада. И получается, здесь еще какой-то мужик, короче, стоит. Ну ладно. Пока машинка горячая. Сейчас откручиваю поддон, скручиваю фильтр. И все. И занимаюсь установкой выхлопной трубы и резонатора. Так, народ, открутил винты. Открутил сливной болт или пробку, выкрутил фильтр, все от руки открутилось. Вот, ну же, остатки скапывает. Приступил я к откручиванию резонатора. Вот, ну, в принципе, уже открутил эту часть. Потом еще в стороне возле штанов тоже нужно будет открутить. Вот, и я понял, что я забыл. Я забыл купить прокладки. Вот так вот. Поменял, называется. А еще вот выхлопную. Глушитель сам нужно поменять тоже. Видим, да, как его порвало. Ну, мама меня преследует. Эта эстакада находится как раз напротив автозапчастей. Запчасти. А? Ну как? Не сказано. Повезло. Ну ладно. Сниму, разберу вот это вот все дело. Останется только труба. Будет висеть. Менять буду только резонатор и выхлопную. Все остальное целое. Резонатор там тоже тарабанит внутри. И плюс металл. Очень звонкий. Тонкий. А там как бы биалюминий, я ногтем по нем бил. Ну, глуховат звук. Дай бог, чтоб ходило, конечно. Ну все, хара-ля-ля, буду разбирать. Сходил в магазин, купил две прокладки. Как раз одна целая осталась, вторая порвалась. Вот. Снял. Теперь буду устанавливать новье. Эх, еще бы пара рук не помешала бы. Ну ладно, сам справлюсь. Так, ребят, глушитель стоит. Все хорошо, все отлично. Помучился, ну ничего, неудобно просто. Вроде бы и места много, но вот этот винт сгадит, такой неудобный. Ну ничего, все получилось. Что будем дальше крутить? Остался резонатор. Так, народ, все, и резонатор уже стоит на своем месте. Все, все на своих местах. Так, ни хрена не пойму, что-то с той стороны мне так показалось. Потянула поддушку. Почему потянула? Значит, наверное, нужно что? Нужно приопустить. Блин, придется открутить на резонаторе там и крутануть полностью все, чтобы выхлопная выровнялась. Сам глушитель. Тогда получается, это колено немножечко опустится, я так понимаю. Ну, сейчас буду теперь заново отпускать, буду выравнивать это все дело. Короче, ребята, пробовал выкрутить, ничего не получается. Здесь все свободно, отпустил. Начинаю выкручивать, а оно нет, все равно встает на свое место. Ну, что поделаешь, может так или задумано, или где-то, не буду выражаться, кто-то проморгал.
лучше всего, чтобы, наверное, вот здесь. Или высоту самого крепления подушки. Или вот эту вот трубу нужно было как бы, наверное, ниже опускать, приваривать. Ну, как есть, так есть. Знаешь, ударом прокрутил гайки. Буду закручивать обратно. Все на свои места. Заново прикрутил. Паренек жмет. Блин, ребята, забыл с собой взять ветошь. Придется это все дело вот так вот закручивать. А потом, когда попаду на работу, повытираю это все дело. Да, забыл ветошь. Ну, что поделаешь, за все не упомнишь. Ладно, буду брать фильтр, закручивать на своем месте. Да, друзья, фильтр поставил на место. Нашел у себя туалетную бумагу. Вытер немножечко туалетной бумаги. Пробку нижнюю закрутил. Можно вылазить и заливать масло. Эх, дай бог мне помощи не разлить это все дело. Еще можно добавлять вот только до буквы L, а вот максимум. Еще можно немножко долить. Итак, чуть выше уровня, вот, ну как раз это возьмет фильтр, впитает в себя. Так, ребят, фильтр масла я не вливал. Тоже так же самое, как и на тракторе. Вкрутил сухой. Ну, и будем заводить. Бах, и лампочка потухла. Все. И никаких проблем. Все работает, все отлично. Немножечко добавим подсос, потому что машинка холодная. Все тихенько. Так, пойдем на низ еще. Ровно работает. Ага. Понятно. Так, ну в принципе машинка работает хорошо. Но видели, да, на соединении на резонаторе немножечко пропускает. Но это дело можно вылечить. Асбестовая ткань. Раскрутить, подложить. И все. И назад затянуть. И это все дело вылечится.
не будет так тарахтеть снизу. Но хотя с салона этого дела не слышно. Все, буду собирать свои пожитки, инструменты и буду ехать домой. Как бы да, зима не за горами, а я красавчик в маечке. Что я сделал? Блин, меня жена убила. Так, ладно, ребят, все, собираю все вот это вот дело, буду ехать домой. А у меня по замене выхлопное масло. Все, как-то так. Всем пока.